Продолжение темы социальной поддержки ямальцев. В округе продолжается реализация проекта «Забота». Его первый этап подходит к завершению. Для того, чтобы получить карты, предоставляющие скидки на товары и услуги в магазинах и на предприятиях бытового обслуживания города, участникам проекта необходимо обратиться в пункты выдачи. Напомним, это сектор обслуживания населения Управления соцзащиты, общественная организация «Ветеран», местное отделение партии «Единая Россия», а также отдел опеки и попечительства Управления образования. У нас будут пункты работы до 10 июня, и большая, огромная просьба, понимая, что начинается период отпусков, той категории граждан, которые подлежит получению эти карточки, активно принять участие, получить карты и пользоваться этими услугами. Потому что данный проект, он только стартует. А то, что еще и дальше подключится наше предпринимательство, и то, что будет развиваться социальное предпринимательство и в других сферах деятельности, это тоже будет подспорье той незащищенной категории населения. Добавим, что список партнеров проекта «Забота» в Губкинском расширен. Сегодня в перечне уже 28 объектов потребительского рынка. Причем в перспективе карты «Заботы» будут действовать не только в нашем городе, но и на всем Ямале. Сейчас в проекте участвуют 5 муниципальных образований, а в середине сентября присоединятся все остальные. По всем вопросам, связанным с социальным проектом «Забота», можно обращаться по телефонам горячей линии 398 13 и 8 800 128 38.